ознакомился с петицией Елены Носовой, учительницы уволенной из сочинской школы номер 4. Ситуация неоднозначная, надо разбираться. В ближайший приезд в Сочи пойду в школу и лично выясню, что там вообще происходит. Инцидент с учительницей биологии случился в конце прошлого года. Педагог выложила в сеть видео с обшарпанной мебелью и облупившимися стенами в кабинете, где она проводит занятия. После чего учительница была уволена. Формальным поводом для этого послужили жалобы родителей. Рабочих мест